По мере того, как с инструментальной точки зрения музыка становится такой более однообразной, она, в общем, наблюдается тенденция популяризации музыкального стиля. Он становится менее разнообразным и более легко воспроизводимым большим количеством музыкантов с одинаковыми навыками. Ну, скажем, если у вас небольшое разнообразие, то и который еще упрощается. Понятно, что у большинства музыкантов этого хватит. И, по, и, и наоборот, если жанры внезапно начинают усложняться, не новые жанры, а какие-то существующие, то они скорее теряют а, теряют свою фан теряют свой платежеспособный спрос, и лишь несколько жанров, например, фолк, фолк-рок и некоторые жанры экспериментальной музыки со временем не потеряли в своей комплексности. Это связано с тем, что людям в целом, ну вот само исследование, кстати, давайте посмотрим, вот, оно очень крутое, я, конечно, полностью не разобрался в методологии, здесь очень много полезных есть иллюстраций, скажем, какие-то характерные элементы использованные инструменты использованные в том или ином жанре, вот здесь как пять, таких пять вершин пентаграммы, джаз, экспериментальная музыка, фанк, блок-метал и хип-хоп как они все взаимопереплетены. И здесь есть вот очень большой такой граф, построенный на... это, не как бы не просто какой-то музыкальный критик посидел и написал, как жанры соотносятся, а это именно построенное на использовании одних и тех же музыкальных приемов, инструментов и прочего, прочего, прочего. И вот выводы, да, здесь содержатся совершенно те же самые, что вначале, когда жанр появляется, то начинает наращиваться его комплексность, сложность, экспериментальность. По мере того, как жанр становится популярнее, все больше групп начинают э, в него приходить. Ну, вот здесь видно это э, изменение в инструментальной э, комплексности, сложности э, жанра относительно продаж и количество артистов, которые в этот жанр вкладываются. Значит, вот сверху А это у нас изменение в количестве альбомов напротив изменения вот инструментальной сложности есть позитивная корреляция а б это продажи которые показывают что они по мере увеличения сложности негативно реагируют то есть иначе говоря как только появляется какой то жанр он начинает продвигаться продвигаться разрабатываться а по мере его роста все больше и больше групп начинает в, нем, ну, в него вкатывается, экспериментировать, потому что больш, ну, большинство групп как бы, по умолчанию не может быть выдающимся. Скажем, у вас быть, может быть выдающиеся несколько исполнителей, но когда жанр становится массовым, понятно, что навыки более-менее усложняются. Если вы там можете играть какое то соло дико там, с искусственными флажолетами, то средний гитарист его идеально сыграть не сможет. да, И он выберет, наверное, из вашей музыки какие-то инструменты, какие-то элементы, которые он может воспроизвести. И жанр, скажем, зашкваривается отупляется. Я думаю, это, кстати, характерно не только для музыки, но и там, для ЖЖ, например, для любого культурного тренда. И по мере того, как он а, отупляется, упрощается, да, так скажем, а, <клышь> увеличивается его массовая популярность, восприятие и успех среди простых людей, потому что людям гораздо проще слышать, ну, психологически воспринимать то, что они уже знают. Поэтому, когда они сталкиваются с музыкой, которая соткано из тех же элементов, которые они уже слышали миллиард раз, то есть тот же самый вокал. Многие, кстати, это называют в современности, анализируя тренды современной музыкальной культуры, называют это смертью мелодии, потому что сейчас огромное количество музыкальных композиций заточено, в принципе, на ритм. То есть там взять там ту же Билли Алич или Меган Тейлор или кого-то еще, не говоря уже про всякий хип-хоп и прочее.